В Подмосковье на полигоне Алабино сегодня стартовали армейские международные игры. Они проводятся во второй раз, о масштабах нынешних говорит количество участников. На торжественной церемонии перед зрителями парадным строем прошла 121 команда из 19 стран. Открыл игры министр обороны России Сергей Шойгу. Состязаться команды будут на суше, на море, в воздухе, на разных полигонах, в нескольких военных округах. Соревнования флотских подразделений организованы в акваториях трех морей – Балтийского, Черного и Каспийского. И сегодня уже начался один из самых зрелищных этапов армейских игр – это танковый биатлон.